Все новости 13 марта 2018 года, 18 часов 12 минут. Футбол, Англия, полузащитник, Манчестер Юнайтед, Маруан Феллайни поделился мыслями о своем игровом стиле. «Думаю, многим легко делать из меня агрессивного игрока, но это не так. Я стараюсь играть в свой футбол, быстро отбирать мяч – это моя работа. Хочу показывать свою лучшую игру для команды и прогрессировать», цитирует Феллайни за Телеграф со ссылкой на интервью бельгийца журналу GQ Style. Феллайни также ответил на вопрос о тренере Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью: «Я многому у него научился, Жозе хочет выигрывать каждый матч, он заставляет игроков показывать максимум. У него отличное взаимопонимание с игроками, он победитель», отметил Хавбек. Моуринью накануне сказал Феллайни: «Подписывай контракт и заткнись». Источник: The Telegraph. Сообщить об ошибке комментарии 013 марта 2018 года.